Всем привет! Я решила долго с видео не тянуть и сразу после предыдущего выпуска быстренько загрузить это видео на канал. Я не думаю, что оно будет особо долгим, но оно будет на очень актуальную тему, на которую меня просили очень давно рассказать, какое жилье, за сколько и как мы вообще его сняли в Лос-Анджелесе. Я уже неоднократно рассказывала в предыдущих видео, что мы сняли жилье на следующий день после того, как прилетели в Лос-Анджелес. Сняли мы его через знакомых. Нам очень в этом сильно помогли. Мы сняли у русскоговорящей пары. Сами они уже давным-давно живут в Америке, и гражданство у них американское. Но они родом из России, и мы нашли точки соприкосновения. Понравились им, наверное, и как-то вообще у нас очень хорошо сложились отношения, и в целом мы снимаем в хорошем для нас районе. Мы живем недалеко от океана, снимаем двухкомнатную квартиру с отдельной гостиной и кухней за 2500 тысяч долларов в месяц, и столько же составил у нас депозит. Депозит наш не возвращается, то есть это большое отличие от России, да, что когда ты снимаешь, ты типа за последний месяц платишь депозит, потом ты на него живешь, или потом тебе его возвращают. Нет, здесь это работает не так, здесь берется депозит для того, чтобы когда мы съедем, владелец мог навести косметический ремонт, привести квартиру в порядок перед сдачей следующему жильцу. Но чтобы своим видео помочь и подготовить вас к аренде жилья, по крайней мере, в Калифорнии, ну, в Лос-Анджелесе, я накидала небольшую статистику, то есть я заранее просмотрела какие-то варианты, посмотрела на разных сайтах то, что рассказывает про лизинг, про аренду, и составила свою небольшую статистику, которую вам сейчас расскажу. Так вот, 90% квартир в США сдаются без мебели. Это нормальная, стандартная история, что тебе сдается абсолютно пустая квартира, в ней будет стоять только оборудование на кухне и ванная с туалетом. Причем вряд ли у вас будет именно полноценная ванная, скорее всего, это будет душевая. У вас будет оборудована кухня, то есть вам будет где приготовить, у вас будет стоять холодильник, в каких-то квартирах будет посудомойка и что-то типа духовки или печки с духовкой, или плиты полноценные, или отдельного духового шкафа тоже у вас будет. Но у вас не будет никакой мебели, там, кровати, диванов, телевизоров и всего такого. Такое может быть в квартире, но это прям очень низкий процент таких сдаваемых квартир. То есть это нормально, если жилец сам покупает себе всю мебель и потом при переезде ее забирает, либо продает, либо выбрасывает, отдает кому-то и закупается новой. Такой вид аренды есть в США. Вы можете снимать комнату, место в комнате, вы можете снимать комнату в доме, либо вы можете снимать апартаменты в билдинге, или целый дом, или целую квартиру. Например, как это делаем мы снимаем квартиру в маленьком домике на 4 квартиры. Если вы снимаете квартиру напрямую у хозяина, то есть это не какой-то билдинг, это именно одна квартира, то практически всегда вы будете оплачивать свой интернет, телефон, телевидение, но электричество, газ, отопление и все-все-все такое будет оплачивать хозяин. У нас по условиям договора мы оплачиваем только интернет и электричество. Газ и другие коммунальные платежи, типа там уборки территории, вывоз мусора и какие-то такие, ну еще... Короче, еще такие платежи, в которые нас не посвящали, оплачивают хозяева квартиры. Если вы снимаете квартиру в билдинге, где много апартаментов, то за это за все платит билдинг. Вы ему платите только за свои апартаменты и все, куда уже, скорее всего, включены все эти дополнительные платежи, коммуналки и так далее. В билдинге, скорее всего, у вас будет уже свой Wi-Fi, за который вы не будете платить, за который будет платить хозяин. У вас будет облагороженная частная территория, на которой имеют право останавливаться только жильцы вот, и арендаторы этих апартаментов. То есть на таких территориях чаще всего установлено барбекю, установлены какие-то лавочки, установлено какое-то место для отдыха, установлен бассейн и все в таком духе. То есть такая небольшая лаунж-зона, приватная для постояльцев только этого билдинга. Но сложность заключения договоров аренды заключается в том, что у тех, кто нелегально пересек, вот в нашем случае, да, там границу с Мексикой, у нас недостаточно с собой документов. То есть что нужно обычно для аренды квартиры в США? Нужен обязательно паспорт, это либо гражданин Америки, либо загранпаспорт иностранца. Нужен обязательно номер ССН, это налоговый номер
арендатора. Здесь очень важно иметь открытый банковский счет и кредитную историю. Американцы прям сильно помешаны на кредитной истории, и они смотрят рейтинг, ваш credit score, насколько у вас хороша кредитная история. Также для них важно, чтобы на вашем счету было достаточно денег. Они смотрят, что вы можете заплатить за 2-3 месяца квартиры как минимум. У вас нет ССН и в целом не очень много документов, вам все равно понадобится обязательно какое-то удостоверение личности, но я еще не слышала истории, чтобы ребята могли снять что-то без паспортов у американцев. И если у вас есть с собой загранпаспорт, но нету ССН, то вы тоже сможете снять квартиру, просто размер депозита будет гораздо выше. Он может быть не одним, а несколько платежей за квартиру. Если у вас нет вообще никаких документов, то есть, да, кроме там иммиграционной формы, то, скорее всего, вам придется обращаться к русским в целом, как это сделали мы. У нас есть паспорта, у нас всю эту форму после бордера, но мы все равно обратились к русскоговорящим ребятам, к хозяевам квартиры, и с ними нам было проще договориться. Мы заплатили 2500 долларов за месяц и 2500 долларов за лог. А также, возможно, также вам потребуется заполнить специальную форму. Это называется application. Он делается для того, чтобы вас внесли в базу желающих снять квартиру там, конкретного билдинга. За заполнение такой аппликации с вас могут взять от 30 до 50 долларов. Туда вносятся все ваши данные, то есть сразу все ваши документы туда вносятся, и это будет ваш личный пакет документов для того, чтобы снимать квартиры в будущем. Блин, ну машина классная. С краном таким.